Большой розовый бриллиант станет крупнейшим в своей категории, когда-либо выставленным на торги. Аукционный дом «Кристис» в ноябре планирует продать кольцо с уникальным камнем в 16,8 карата. Как ожидается, за драгоценность заплатят от 23 до 28 миллионов долларов. Розовый бриллиант уникален по нескольким параметрам. Во-первых, по своему рекордному весу в 16,8 карата. Это крупнейший бриллиант ярко-розового цвета, когда-либо выставленный на торги. Центральный камень обрамляют два ряда небольших белых бриллиантов, за которыми идет третий ряд из розовых. Цвет камня был признан особенно ярким и без дополнительных примесей. В мировой индустрии бриллиантов цветных бриллиантов 1%, из них розовых 1% из этого процента. Вот насколько редок этот камень. Рекорд стоимости одного карата розового бриллианта был установлен в 2009 году. Тогда на аукционе в Гонконге розовый бриллиант весом в 5 карат был продан за 17 800 000 долларов. Ценность цветных бриллиантов в последние годы значительно возросла, в некоторых случаях вдвое. Каждый аукцион бьет новый ценовой рекорд. Этот бриллиант оценивают в 23-28 миллионов долларов. Мы считаем, за него начнется ожесточенная борьба. На аукцион в Женеве также выставят колье из изумрудов и бриллиантов XIX века и бирманский сапфир весом почти 119 карат.